Что все-таки нужно тамплиерам? Порядок, цель, путь к ней. Всего-навсего. Это твои приятели верят во всякий вздор о свободе. Когда-то ассасины ставили более разумную цель. Мир. Свобода и есть мир. О, нет. Свобода — это хаос. Взгляни на революцию, что начали твои дружки. Я стоял перед континентальным конгрессом, слушал, как они орут и топают. Все во имя свободы. Но это лишь шум. Поэтому ты на стороне Ли? Он понимает, что нужно будущей нации лучше, чем олухи, что ее представляют. А по мне, так ты попросту завидуешь. Люди сделали свой выбор и выбрали Вашингтона. Люди ничего не выбирали. Выбор сделала кучка привилегированных трусов, желавших разбогатеть. Они собрались и приняли решение, удобное им. И красиво его объяснили, но правдой оно не стало. Разница, Конор. Единственная разница между мной и твоими товарищами — я не притворяюсь.